Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется War Troops 1944 года. Так, мне тут говорит что-то командир на английском языке. Я тебе, короче, парень, прекрасно понял. Выпускаем солдатика. Ага, можно выбрать, по какой линии пойдет. Давай вот... А, вот здесь обязательно. Бегут. Так, что дальше? И что я должен сделать? Выберите юнита, ну. Это мы их тренируем, типа, да? Вот тут уже не до тренировок. Это немцы, ребята, это немцы. Ну-ка, давай-ка. Ё-моё, мы несем потери с тобой. У них мораль вообще там не осталась. А у нас еще живчики. Так, мы бежим дальше. Вот их не флаг. Мы должны, наверное, флаг уничтожить, я так понимаю. Ну-ка, двигаемся дальше. Ну да. Все, первая миссия была как обучающая. Виктори! В награду мы получаем 118 монет и 49 звездочек. Компания. Улучшить юнитов. Магазин. Конечно же, ребята, компания. War Troops 1944 год. Поехали. Первая миссия пройдена. У нас вторая. Улучшить. Ну давай я посмотрю. Можем мы его улучшить сейчас в данный момент? 19 монет у меня же есть. А почему не хочешь мне улучшить их? А? Бро. В чем проблема? Не знаю, ребят, в чем проблема. Не хочет пока и все. Поехали. Нечего, как говорится, рассусоливать. Миссия 2. Погнали. Пока у нас с тобой только лишь вот эти вот пехотинцы есть. Так, а здесь у нас полоса препятствий, кстати. И что они будут с ней делать? Вот они встали возле нее все. А я могу где-то... Ага. Так, тихо, родные мои. Ну-ка. Они не могут, ребят, здесь почему-то перемахнуть. Вот, вот как они сделали, по-хитрому. А эти бегут им по барабану, да? Мы просто им мораль здесь. Давай, давай, ребята, не стоим на месте. Двигаемся. Все начинается с самого начала, понимаешь? О, нет. Нет. Ну здесь мы хорошо подбили. Так, бежим далее. Эти тоже бегут. Ну, я думаю, что этого будет более чем достаточно. Хотя, на всякий случай, я еще, наверное, выставлю сюда. Но, да, скорее всего, мы давим их мораль, короче, и они проигрывают. Power. Ну вот, видишь? Ранг второй мы с тобой заработали. Ну, давай посмотрим. Так, апгрейд. Можно теперь это вот сделать? У нас теперь, смотри-ка, с тобой. Это был с винтовкой чудик, которую я могу улучшить. А это у нас с автоматом, тоже могу его, ребята, улучшить. Вот так вот. А в команду я могу, например, взять эти два отряда или нет? Ну-ка, battle. Mission free. Ох ты, у нас тут еще, смотри-ка, аптечка. Напалм и, я не знаю, помощь или что это такое. Да, есть такое дело. Давай посмотрим, что за автоматчики. Что они из себя представляют. Заодно вот этих вот здесь сюда отправим. Угу, угу. У них тоже, кстати, автоматчики. Но мои-то крутые. Ты посмотри-ка, как мои тут, а? Красавчики. Да вообще по красоте. И пофиг им эти бревна. Вот этих нужно почему-то, ребята, учить всему. А эти вон шуршат, как электровенички. Видишь, постоянно надо им показывать, что тут надо перепрыгнуть. Этим тоже нужно показать, что перепрыгивать вот эти вот штуки. А этим не надо ничего, они сами идут. То есть они более продвинутые, видишь? Так, валим немцев. Все, отлично, ребята. Victory, congratulations. Ну, что-то тут как-то легко, да? Но это пока, ребят. Я знаю такие игры, вначале легко, а потом... Сидишь и локти кусаешь. Нужно нам с тобой... Ничего себе, четвертый ранг получить. Уху.
Тут, смотри-ка, будут всякие артиллерия. Самолеты даже будут, прикинь. Ничего себе. А шоп, это что такое? Ага. Это донат, друзья мои. Ну, я как-нибудь обойдусь. Продолжаем, тут еще командир у них будет. Battle begin. Ну да, у меня только... О, тут танк даже. У меня пока два юнита есть, я больше его позволить себе не могу. Давай, вот мне почему-то автоматчики очень хорошо зашли тем, что их не надо, ребят, учить, что делать, куда бежать, куда прыгать. Они идут себе и все, ну-ка. Эй-эй-эй, ну и мои красавцы, как ни крути, да? Ну-ка, ой, я тут их нифига. Оу. Да, ну тут их что-то чересчур много. Так, идет подкрепление? Идет. Так, здесь перепрыгиваем. Перепрыгиваем. Как полоса препятствий прям натурально. Посмотри, надо их постоянно, ребята, как тебе сказать, координировать, да? Типа, ага, мы победили. Пока я тут этих обучал. Ох ты, снайпер, друзья мои. Ты секешь? Вот и я об этом же. У нас открывается снайпер. В плане, это у врага сейчас будет или что? Нет, это у меня, ребята, мортира. Вот снайпер, то есть выбор, да? Ну, а как? В плане, нету его у меня. Как это нету его у меня, если он есть? Вы чё? Вот он, снайпер. А, его купить, что ли, нужно? Ты подожди. Он такой снайпер, ну, понятное дело, да? Масхалат, все дела. Ну, ведь я его сейчас купил. За... Или купил, или улучшил за 50 этих монеточек. Слушай, подожди, а может быть тут есть русский язык? Давай-ка глянем с собой в настройках. Нету тут ни шиша. Никакого русского языка. Ладно. Погнали. Ну не... А, вот, вот, видишь? Надо было его еще купить. Мало того, что он открылся, надо его было купить, ребят. 500 он стоит. Ничего себе. Ну, я надеюсь, он этого стоит. Сколько вообще у нас с тобой? Где хлеб? Вот, хлеб 600. Вначале автоматчики у меня побегут. А снайпером, мне кажется, вот хорошо вот сюда выставить. Просто хочу посмотреть, как он. В данный момент я ни шиша не понял, кто кого чего. Так, он тоже не может проходить через препятствия. Ему постоянно нужно... И очень медленно он двигается. Понял. Я понял. Что он делает? Что? Иди, родной. Мортира, ребята, вот что делать. Я указываю, куда стрелять, и она стреляет. И слава богу, здесь моих нету. Так, теперь побежали. Снайпер, интересно, если... А в кого стрелять сейчас, снайперок? Смотри, в чем прикол. Они до меня дотянуться не могут. А снайпер их чекрыжит. Вот это круто, кстати. Опа, вот это не круто. Сейчас будем обстрел делать здесь. Ты дыщ. Еще попади по этому снайперу. Эй, вы куда побежали? Вот, вот. Надеюсь, мои не умирают. Я имею в виду от взрывов. Снайпер, конечно, очень медленно. Медленно, ребята, как тебе сказать. Целится, стреляет. Но мораль-то мы продавим же. Изи. Так, уже монеток больше дают. И звездочек, кстати, тоже больше. Ох ты. Базука. Вот это вот против массовых скоплений врага самое то. А может быть даже против тяжелой техники. Но надо еще купить эту же базуку, верно? Сколько? Ух, 300 монет. Нет, ребят, 300 монет для меня слишком жирненько, я тебе скажу. Мы пока так с тобой. На веселе. На веселе. Так. Будем копить. Будем копить. Ну что? Вперед. Покажите мне, пожалуйста. А тут никаких препятствий нету, прикинь. Снайпер здесь вообще не зайдет. Почему? Потому что ему нужно обязательно стоять за каким-нибудь препятствием, потому что враг на него будет бежать. А чего нас так мало-то? Всего четверо.
А где враги? Что-то мы так с тобой легко прошли. Ладно, я еще подзову. Враг-то где? Что, чисто проходной уровень? Враг даже носа не высунет. Получается так? А-а-а, вот он, ребята, вышел. С базукой один. Но он не попал по нашему отряду, а так бы он, наверное, размазал бы его. Ну что, у нас с тобой седьмая миссия. Погнали. Седьмая миссия, первая глава, да, по-другому. Вот здесь уже, да, здесь можно вызывать снайпера. И вот я думаю, что вот здесь вот он хорошо зайдет. Как раз вот за этими кирпичами он спрячется. Отлично. Снайпер, а где ты? Что-то странно, как-то откат идет какой-то. Оу! Нафиг, нафиг, нафиг. Давай, 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 вот так вот сделаем. Ё-моёшечки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, мы проигрываем. Ать. Снайпер, ты где там? Давай, беги. И вы тоже бегите. Ну не надо прохлаждаться, пожалуйста, а? Ну посмотрим, как здесь пойдет дело. Нет, снайпер, давай, беги. Так, вы тоже, пожалуйста, будьте добры. Перемахните. Все по свистку, знаешь, как... Как тебе сказать? Как будто это у нас какое-то учение идет. Все по свистку. Вот здесь хорошо, ребята, им, да, досталось. Все, мы выиграли, морали продавили, ребята. И у нас с тобой восьмая миссия. Оу, йоу. Так тут еще этих миссий, знаешь, сколько будет? Жесть, жесть. Ладно, я с удовольствием, ребята. Посмотрю, что нас тут будет дальше поджидать. Ага, мою любимую полосу заставили бочками какими-то. Ну-ка, снайпер, и вот как раз для тебя эта полоса пойдет. Враг-то где? Еще не чухает, да? Еще, вот эти вот нормальные ребята, им не надо ничего показывать, вон они сами все делают. Вот в этом прикол. Ну? Ага. Ой. А что это? Мы несем потери, друзья мои. Снайпер, блин. Увольнули мы его. Досиделся там в кустах, гаденыш. Ну, типа в кустах. Давай еще вызовем отрядик. Поначалу, да, всегда идет, ребята, типа простенько, все так легко. А дальше я знаю, что в таких играх потом будешь, блин, на голове волосы рвать, чтобы пройти уровень. Ну что, остается вот сейчас эти ребята про... О, интересно. Куда он? Ну, сможет стрелять сюда? Нет. Он просто бежит. Ух ты. Мы с тобой получили одну рацию и... Ну что, переходим с тобой на девятую миссию. Пока я до сих пор не могу ничего купить, потому что, наверное, денежек у меня пока не хватит. Да и, может быть, базука мне даже и не понадобится. Фиг его знает. Прям по путям бежим. Воу-воу-воу-воу. Вопрос, нафига я сюда взял снайперов? Хотя, подожди. Не, ну тут снайпер хорошо зашел. Потому что мы и отвлекали, да, как бы. Все четенько. Снайпер, давай-ка мы с тобой побежим. Перепрыгивай эту преграду. Снайпер, да, здесь был? Давай еще с тобой ряд этих вызовем. Автоматчиков. А этот пускай пока стоит здесь. Я думаю, что ему здесь самое место будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Снайпер, давай. Нифига мой снайперюга стреляет откуда. Ага, классно. Давай, следующий отряд. Тинь-тинь-тинь-тинь. Бежит. Вау. Все полегли. Это последний отряд, и, ребят, мы прошли. Прошли. Так, мы с тобой получаем пятый ранг, и у нас МГ. Это кто такой? Что это за МГ? МГ Вспышкин, что ли?
Слушай, сколько у нас вообще с тобой это, денег-то? Мы, может быть, сможем улучшиться? Угу. Сможем, аж 25 раз мы с тобой сможем улучшиться, я тебе скажу. Воу, ты серьезно? Конечно. Давай, купим. А где... А, вот он. Вот кто у нас, да, открылся? Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А чем он отличается от этого, не могу понять. Я не знаю, ребят, в чем отличие. Что это такое? Уже заплати за все, чтобы не было рекламы. Реклама, ребят, через каждый уровень практически. Так, ну что, поехали. Вот такой вот у меня набор. Вот, я думаю, вот этого, наверное, убрать можно как-то. АМГ я не могу, да, взять? Не могу пока. Сколько он там стоит? Тридцатку? У меня нету, наверное, столько денежек. Сейчас посмотрим. Нету. Он точно тридцатку стоит? Да, тридцаточку, чтобы его только открыть. Так что погнали. Пока будем зарабатывать. Battle begin. Миссия 10 у нас с тобой. Естественно, не туда их отправил, но фиг с ним. Хочу посмотреть, что самолет делает. Наверное, летит и бомбардировку устраивает. Офигенную, мне кажется. Снайпер, давай-ка сюда беги. Ох, ё. А вас не слишком ли много-то здесь? Угу. Ё-просто, там... Нифига себе, вот эту... Так, погнали. Я такие, знаешь, шутки как бы не приемлю. Бомбическая сила, прикинь. Да он не оборзел ли, а? А я вам что говорил, ребята? А я вам что говорил? Что так все и будет. Вначале изи, теперь... Вот попробуй теперь вот... Пройти. Наконец-то чувачка забомбили, блин. Вот эти мне не нравятся, что стоят здесь. Опять? Твою налево, я не увидел его. Дай-ка я самолет запущу, что он делает? А этого? А этого? Ну-ка, снайпер. Самое удивительное, что снайпер не смог подбить чувака с базукой. Фига у нас мораль. Да. Чего? Что происходит? Ага. Давай, если мы сейчас этого убьем, у нас мораль поднимется, да? Да, он... Поднимается с ним. Ой, ой, ой. Да вот достал он там, а. Да попади ты вот сюда-то, вот бомбежка-то своей, а. Этому не бывает, да, никогда. Снайпера убил, а. Ну-ка, если я вот сюда вот. Посмотрим, самолет как делает. Убил он этого базучика. Ты понимаешь, он его завалил. Давай так сделаем. И вот так. Так, вот так и никого нет. Сейчас посмотрим, чей снайпер круче. Но. Вот так вот. Блин, как-то надо, ребят, вот выносить здесь вот этих вот шлепанцев. Ох, ничего себе. Ох, ничего себе, я тебе скажу. Снайпера, я понял, нам надо вот сюда снайпера ставить. Он будет их сносить, у него обстрел офигенный. Офигенный. Только вот что-то я не вижу, чтобы он хоть кого-нибудь убил. Но. Опа, 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 опачки. Щеманули, прикинь. Снайпера забомбили. Блин, может быть, вот эту штуку попробовать?
Ага, ага. Я теперь понял. Что тут такое вот это вот, что за прелесть? Так ты хоть попадай куда надо-то. Блин, да они жесткие типки. Они очень жесткие. Что это курация? Ага, это типа подкрепление, да? Там что, из базуками чувак появился, да? Ну, посмотрим, такой вот отряд сможет их вырубить. На. Точно, вон он, чувак с базукой у нас. Так, бежим. Бежим, родненькие. Снайпер, ты тоже беги. Так, здесь кто? Снайперюшка. Так, давай. Так сделаем, наверное. Ну и что вы встали? Бежим. Ну, я надеюсь, у нас победушка будет за нами. Ну. Блин, вы сейчас серьезно? Все. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, действительно, уже пошла сложность какая-то. Ты сам прекрасно это все видел. Я думаю, что мы, наверное, с тобой на этом закончим видосик этой игры. Если тебе понравилось, то ты об этом напишешь в комментарии и, соответственно, поставишь лайкосик. Ну, а мы будем прощаться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.